когда ты помогаешь, ну, независимо, да, ни за что-то, независимо ни от каких вещей. Вот пришел человек, и ты ему помогаешь, ты увидел результат, тебе от этого очень хорошо. Я даже не могу рассказать, какое это ощущение. Ну, это дорогого стоит. Мы встретились с участковым терапевтом Лосино-Петровской поликлиники Щелковской больницы Еленой Гайдуковой на следующий день, как стало известно, что ее участие в областном конкурсе «Подмосковный врач» завершилось победой. Конкурс проводился Министерством здравоохранения Московской области во второй раз. В этом году он был расширен по целому ряду специальностей и проходил в два этапа. Первая часть – это было тестирование. Ну, по общим вопросам медицинским, там входили диспансеризации, и по препаратам, и по заболеваниям. Вот. Кто прошел первый этап, тех вызвали на второй этап. Второй этап представлял собой, это уже практика, навыки наши. Там были оказания неотложной помощи, беседы с пациентом, сбор жалоб, анамнез, все по чек-листам. По условиям конкурса его участники должны иметь солидный стаж работы, не менее 10 лет. Елена Гайдукова – врач опытный. Она пришла работать в 2005 году, сразу же после окончания медицинского вуза. Самое основное – это правильно установить диагноз, правильно назначить обследование, лечение и довести дело до положительного исхода, как говорится, да? Чтобы не запустить, не пропустить, ну, все, чтобы было вовремя оказана помощь. В коллективе, где работает Елена Гайдукова, ее успеху на конкурсе очень обрадовались. Во-первых, она очень компетентный врач. К ней всегда как бы люди пытаются записаться, даже вне очереди она всех принимает. А, во-вторых, она у нас многодетная мама. Она справляется и с работой, и в плане воспитания детей. Очень добрая. Победители конкурса получили денежную премию. Эти и другие региональные меры поддержки врачей сегодня привлекают в область все больше специалистов, которые дарят нам самое главное – здоровье. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.